Ну, мы играли очень плохо, я думаю, потому что мы не играли то, что показали на тренировке. Как мы играем на тренировке, сейчас, сегодня мы не играли так. Ну, тоже, как мы смотрели, как подготовили матч сегодня, «Факел» не играл. Эта игра не была, как мы смотрели «Факел». Сегодня они делали так, как они рисковали все, и все получилось, да, там. Они играли очень хорошо в защиту, они на подачу не играли очень хорошо, мы не играли. Мы сделали какие ошибки, какие мы не делаем. Но сейчас нужно смотреть матч, еще один раз думать, что мы нужно подобрить, подготовиться и тоже думать для следующего матча, потому что сейчас мы играем после 4 дня.